В стране уровень преступности не падает, как не падает и уровень доходов у министра внутренних дел. За два последних месяца Аваков заработал более 100 тысяч гривен. Об этом со ссылкой на официальный отчет МВД сообщают украинские новости. В мае официальная зарплата Авакова составила более 50 тысяч гривен и почти столько же в июне. Отдельной строкой в отчете прописано: материальную помощь министр не получает. Зато каждый месяц ему капает по 16 тысяч гривен за интенсивность труда. Хотя резонансные преступления годами не раскрываются, и узнать о ходе следствия почти невозможно. Аваков редко выходит к прессе, зато частенько прогуливает заседания Кабмина в пятничные отчеты перед нардепами.